Вот так у нас выглядит уже озеро и набережная. Смотрите, здесь везде фонарики, лавочки. Хочешь, сел, отдохнул. Я бы сейчас, кстати, да, уже присел, отдохнул. Все, дальше у нас уже вот ближе к воде. Это мы еще подойдем ближе к воде. Конечно. Что-то телефон перегрелся. Короче, я ничего на дисплее не вижу. Тускло светит. Или от того, что жарко, я еще снимаю, не знаю. Березочки растут. Ну, как растут? Видимо, их недавно посадили. Факт то, что они, по-моему, не принялись. Что-то они какие-то это... Подуставшие маленько. Ага. Все, и дальше мы потом уже пойдем туда. И еще поснимаем. Маленечко. Вот вам, пожалуйста, набережная города Кокштау в 2023 году.